Всем привет! 23 июля. Утро. Хочу показать свою тепличку. Как там сейчас находятся мои растения. Вот. Сейчас с утра иду туда. Хочу открыть двери. Я на ночь закрываю, потому что ночи сейчас холодные. На ночь закрываю. А сейчас откроем нашу птицу и зайдем туда. Вот. Такие лианы уже росли. Длинные. Эти, не был ветер сильный. Немного клеенку тут порвал в теплице. Вот. Такие на сегодняшний день томаты. Высокие уже. Вот. Здесь завязи томатов. Вот такие. Вот. Вот. Томаты. Но пока еще не спеют. Бурели, бурели немножко. Эти что бурели мы поснимали уже. Пару штук. А так-то еще пока не успеет. Скоро должны, надеюсь, ранние вот эти. А это уже томаты на Дебарао. Соседка дала наша. Вот, видать, какие-то лимонки. Тоже куст очень высокий. Там разные сорта. Сейчас покажу еще с этой стороны тоже такие вот уже заросли. Вот огурцы, ряд огурцов такой уже высокий, помидоров два ряда. Сейчас здесь идем, вот два ряда помидоров. А вот квасолька, которую я показывала, вигна. Она растет где-то до полметра. Ну, метр есть сорта, но я не помню, какой здесь я сорт садила. Я и тот покупала. Но еще она... Вот стручочек уже начал расти. Вот. Еще нет ее в процессе. Так. Он тоже уже плоды висят на томатах. Вот. Это зеленые еще. Ну, тут обычные сорта высокорослые. Розовый великан. Вот. Воловье сердце. Такие вот крупные томаты. Вот уже завязи есть. Вот. Томаты висят. Там уже будет поспевать. Сейчас сниму видео. Покажу. Внизу зависть первая. Так. А вот это те маленькие помидорчики. Тоже их много посадила в этом году. Будет Самуил собирать их. Вот они маленькие, совсем как виноградик. Красивые такие, полосатенькие какие-то. И куст очень большой. Вот высокий куст какой ихний. Надо будет подвязать. А вот огурчики тоже. Вся лиана в огурцах. Такие внизу в основном висят уже огурцы. Надо собирать. Вот. Тут еще один ряд у меня. Тут получается огурцы идут и томаты еще маленькие, не очень высокие. Тут чуть-чуть огурцов. Чуточку. Вот огурчики. Ну, мы уже огурцами наелись, поэтому особо и не хочется огурцов уже. Это уже будем закрывать. Консервацию делать, закатывать. Немножко листочки где-нигде повяли. Попала этот вода.
И ожог получился. Помидорчики. Вот. Вот такие. Тут еще низкие растут кусты. Там уже большие. Вытянулись. Такой маленький обзор теплицы на сегодняшний день. Все, пока, до новых встреч.